Здравствуй, Люба. Я вернулся. Привет. Давно не виделись. С последнего стрима с Вячеславом Гординым я разыгрывал вот эту киянку. И, о ужас, я ее до сих пор не отправил. Дело в том, что победитель захотел, чтобы я и сам Вячеслав Гордин оставили на ней автографы. И вот какое совпадение. Есть возможность встретиться со Славой в Москве на премии DIY-блогер 2022. А также здесь очень много места для того, чтобы кто-то еще оставил на ней автографы. Так что в дорогу! Прямо 99 километров. Мы в Обнинске. До Москвы где-то соточка. Обычно строительный на мой балкон. Я каждую ночь вижу грёбаный сон. На премии было, конечно, молодежно. Повсюду неон и максимально громкие басы. Но даже в такой обстановке у меня хоть немного получилось пообщаться со Славой. Первый автограф идет от Вячеслава Гордина. Ну что, распечатывай. Артему из рабочей молодежи. Да, готов, скажи, готов. Снимаю. Снимай, давай. Снимай. Снимай, давай. Идет? Идет. Пойдет? Отлично. И что приятно удивило, так это то, что Саша Честер узнал и сам подошел познакомиться. Потому как оказалось, что я больше интроверт, и надо было себя пересиливать, чтобы подойти и с кем-то познакомиться. И тем не менее, я все же смог собрать автографы у тех, за кем сам слежу. Это и Мэри Вуд, и Александр с канала «Лихой топор», и Анастасия Борщ ТВ, ну и, конечно, Михаил с канала «Хартвуд». Кстати, дядька очень веселый. Ну и если подытожить, то было прикольно. Даже дали целый мешок подарков. Потом как-нибудь их засвечу. Так-с. Ну, у всех, кого смог, взял. И... вот я, собственно, и дома. Миссия выполнена. Автографы Славы Гордина, Артема из «Рабочей молодежи», Мэри Вуд, Насти Борщ ТВ, Саши Честера, Саши Лихого топора и Михаила Хартвуда у меня есть. А да, кстати, даже и свой не забыл. В общем, победитель Женя Ермаков, ты уж прости, что так долго, но зато план перевыполнен. Осталось ее упаковать и отправить. А еще спасибо Славе Гордину, что вытащил меня на эту премию. Было прикольно посмотреть на ребят не с экранов монитора, а вживую и пожать им руку. В общем, с этим разобрались, а теперь немного про мастерскую. В общем-то, я не успел доделать проводку. Нужно проложить кабель в гофру, доподшить потолок оставшейся вагонкой и... наконец-то придумать что-нибудь с отоплением, потому что работа здесь совершенно некомфортно. В общем-то, возвращаюсь в режим блогера и постараюсь выпускать ролики каждую неделю. Ну, а на этом, собственно, все. Если видео было вам интересно, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся уже совсем скоро. Пока!